Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Добрый день, Юрий. Ваш заказ на модель тренера Cessna 150 готов. Вот такая модель получилась. Яркая, красивая. Сегодня мы ее поднимем в воздух, покажем, как она летает, дадим рекомендации по настройкам, по регулировкам. Ну и вообще покажем, на что модель способна в воздухе. Перед стартом проверяем управление и делаем предварительные настройки, если это необходимо. Руль высоты работает, стик на себя тянем, руль поднимается, все верно. Элероны тоже отрабатывают. Отклоняем стик вправо, правый элерон идет вверх. Ну и руль направления отрабатывает, но требует некоторого тренирования вправо. Так как отклонение довольно заметное, в зависимости от вашей аппаратуры, можете сразу подрегулировать тяги. Ну и готовимся на взлет. Даете газу, пока не почувствуете, что модель готова уже сорваться с руки и уйти вверх. Это обычно где-то 2/3 газа. И запускаем против ветра под небольшим углом вверх. Поехали. О, отлично пошла. Руль высоты чуть-чуть приподниму вверх, просится немножечко, иначе идет на снижение. Ну вот все, модель полетела. Все регулировки советую делать на высоте метров хотя бы вот 40-50, чтобы было время на реакцию. Ну а после можно немножко снизиться и полетать пониже. Вот нормальный крейсерский режим. Чуть больше половины газа. С аккумулятором 1300 мА в таком режиме самолет может пролетать минут 20. Ну, сегодня погода у нас не особо спокойная. Немножко у земли чувствуются порывы ветра. Потряхивает самолет. Но тем не менее... Обновленная Cessna летит достаточно устойчиво даже в таких условиях и позволяет отрабатывать взлеты, посадки, основные фигуры пилотажа. Собственно, для чего она и предназначалась как самолет-тренер. В таком режиме на малом газу самолет достаточно спокойный, управление четкое, хотя на первое время советую стиками сильно не размахивать, особенно по рулю высоты. Когда тангажа здесь достаточно чувствительный. В общем, по тренированию чуть-чуть приподнял руль высоты и чуть-чуть элероны вправо. Буквально на несколько щелчков. Ну и руль направления выставили прямо еще до взлета. В остальном каких-то особых настроек не требуется. Модель взлетела с руки буквально без всяких заморочек, без настроек. 4 минуты. Разворот на горке довольно резвый получается. Конечно, еще ветер помог. Сейчас еще раз продемонстрируем. Вот разворот на горке с пикированием обратно. Немножко прибавим оборотов и сделаем несколько фигур пилотажа. Ну, отрабатывать их советую на некоторой высоте. Например, петли буквально на треть
хода стик отклоняю, и модель уже спокойно петлю выполняет без всяких сложностей. Мощности двигателя более чем достаточно. Бочка тоже достаточно бодрая. Полный газ для этой модели, в общем-то, не требуется ни в каких режимах. Даже вот на пилотаже я держу 2/3. Отличный бодрый тренер. Как раз на малых оборотах потренироваться, научиться летать. А прибавим газку и подзажигать немножко можно. Ну, ветер усиливается, модель начинает немножко кидать. Тучки какие-то затягивает. Ну, так что будем потихоньку приземляться. Погода нам вряд ли позволит сегодня полетать долго. Садиться можно с планирования. Вот если против ветра идем, скорость посадочная практически нулевая. Но даже так довольно неплохо модель спланировала, улетела далеко. Вот, практически по вертолет, потому чуть не вертикально сели. Ну вот, Юрий, облетали вашу Cessna. Как видите, модель отлично себя ведет в воздухе, даже в такую довольно-таки ветреную погоду. И думаю, что вам она также доставит массу удовольствия от обучения полетам, от полетов выходного дня. Это вообще отличная модель для развлечения, для спокойных полетов. В любой момент взял, запустил, полетал. Места много, да не требует. Летает замечательно, разворачивается на даже небольших площадках. Так что хороший выбор. Поздравляю вас с этим выбором. И в скором времени ждите эту модель у себя на почте. Ну а всем, кому понравилась эта модель, вы также сможете ее приобрести в нашем интернет-магазине. Ссылочки будут в описании под видео и в подсказках в правом углу экрана. Можете взять как уже готовый самолет в таком же виде, так и конструктор для самостоятельной сборки. Ну и, конечно же, не забывайте про другие наши ресурсы. Заходите в социальные сети, на форум, который создан специально для вашего общения. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ждем новых видео и новых политушек. Будьте с нами, смотрите нас. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!